И пока Ставрополье праздновало День Победы, война еще раз напомнила о себе. Недалеко от краевого центра один из местных жителей обнаружил в лесу артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию. На месте работала следственно-оперативная группа. Она подтвердила, что находка представляет собой военный снаряд со следами коррозии. В этот же день он был уничтожен.